Я сделаю с ним все, что захочу. Запихну его в мотор твоей машины. А, понятно, окей. Я вроде разобрался. Мы сперли клеевой пистолет. И... все? Бой. Пацан, тебе повезло, что я устал на работе, ведь иначе мы бы продолжили этот разговор не в доме, а в доме. Lucky me. Ну, повезло мне, да. Можешь еще поспорить и потом... заменить меня надолго? Ладно, я не знаю, что это было. Что? Сейчас 7:30, солнце сядет в любой момент. Well. Тогда советую выдвигаться. Нас отправили за клеем, судя по всему. Надеюсь, его машина сломается в самой глухой части леса. Ладно, надо, пожалуй, разобраться с этим сейчас. Да, мы пошли покупать клей для клеевого пистолета. Важная херня. Блин, тупой засранец, наверное, даже денег мне не вернет. Ну, наверное, я мог бы сначала погулять по городу, прежде чем туда идти. Если повезет, когда я приду, он уже будет пьян в стельку. Да, Гидеону тут не позавидуешь. Оу, да? У меня есть игра? То есть я... есть инвентарь, где ничего нет. И есть карта. Шахтер телепатии. Это мой дом, я полагаю. Хотя я не видел там шатра, ну ладно. Бытовой магазин, игровой салон. Ну, шатер обратно мне не нужно. Бытовой магазин еще рано, идемте в игровой салон. Hey! Да, вот это я люблю больше всего. Я мог бы провести... я мог бы провести тут целый день. Fight Fighters? Так, лады, давайте поиграем. Хотя, знаете, если бы он там нашел игру Polybius, я бы не удивился. Это тоже очень интересная тема, загуглите. Что? Игра не работает? А, ну блин. Я просрал деньги. Давай же, работай. Лучшая в этом городе вещь, и она не работает? А, давай, тупая железяка. Ай! А, он живой? Прости. Эй, почему ты меня ударил? Прости, я думал, что эта игра сломана и... Ударил ее? Ну, если это так, то не думаю, что это было бы так ужасно. Оу, Кэнди здесь крутой хакер. Это все потому, что она кореянка. Это все потому что корейцы, они... Ну, вы знаете. Стереотипы о корейцах. Но если это стереотипы хорошие, то да. Это прикольно. Подожди. Это была все это время ты? Ну, да, вообще-то. Я хитрейший, сильнейший хакер в Реверс Фоллс. И я опять наношу удар. И вы с этим ничего не поделаете. Я перенастрою игровые автоматы, чтобы... свергнуть правительство, я полагаю. What? Да при чем здесь хакерство к игральному автомату? Как долго ты вообще там была? Я там живу. Я бы не удивился. Заткнись, мелочь. Я очень занята, чтобы отвечать на такие тупые вопросы. Эй! Это еще надо посмотреть, кто из нас коротышка. Но я тебя еле вижу. Что ты там до сих пор делаешь? Делаю что-то. Тебе-то какая разница? Эй, помогите! Мелочь ломает автоматы! Но это все это время была ты, и ты еще внутри, как бы. И кому они из нас поверят? Кто-то внутри автомата! Что тут происходит? Да у тебя крыша поехала! Привет, Кэнди. Ну да, и не возвращайся. Тупой сопляк. Твой четвертак теперь мой. А! То есть она тупо сидит там целый день и ловит лохов, которые кидают туда четвертаки? Ну,
Ну да, хакер. Черт, в этом городе что каждый с таким приколом? Блин, Гидеон, чувак, тебе не везет. Мне очень тебя жаль. Ладно, мы просрали четвертак. И теперь нам нельзя идти в город. Нам нельзя идти в город. Всегда здесь. Эй. Ладно, пошли в бытовой магазин. Какие клевые бэкграунды здесь. Ну, это просто обычный скучный магазин. Если его сейчас кто-нибудь ограбит по дороге, отберет клей или отберет деньги, это будет, ну вот, совсем жопа, и я это не одобряю. Я как бы понимаю, что это реверсфол, все дела, но нельзя. Нельзя пихать моих любимых героев в такую мудотень. Нет. Я хочу, чтобы они были счастливы. И я надеюсь, сейчас он найдет Пасифику, и с ним все будет отлично. О, господи, моя сладенькая, поверить не могу, что ты тут, что тут такие цены. Я знаю, дорогой, они абсолютно обычные. Wait, с дороги, толстяк! Hey. Эй, ты кого это назвала толстым? Hey. Так, мне нужно все из этого списка. Хорошо, сейчас посмотрим. Так, 20-фунтовые стейки, 3 водозащитных презента, силовая пила. What? Что там было последним? Я не хочу ждать, ну-ка быстрее! А ты чё вылупился? Да я? Слушай сюда, пацан, у меня уже есть парень, и он 1000 раз лучше тебя. What? Чё за... Эй! Еще одна жирная шутка, да? Что в фразе «бей лоха» ты не понял? Какого лоха? Все, ладно, насрать, я пошел отсюда. У нас есть всего лишь 10-фунтовый стейк. Сверните их вместе! Ну да, тут железная логика. Серьезно, что с ее голосом? Так, лады. Похоже, это, ну, как бы, эта игра не вышла полностью, это тоже бета-версия, поэтому здесь нам продолжают показывать персонажей, но здесь их намного больше, и на это интересно смотреть. Блин, мне некуда пойти? Совершенно некуда. А что это за стрелочка? Я не могу туда двигаться. Так, я могу вернуться, но мне это ничего не даст, и я не хочу ломать игру. Ну, пойдемте обратно в шатер телепатии, получать люлей от своего бати. А нет, я не связан с этим никак. А чей это тогда? О-о-о-о, здесь нас будут ждать наши антагонисты. А это еще что за фигня? Ты лучшая, Мейбл, вау! Чё там, что? Thank you! Спасибо, спасибо большое. We're not done setting up just yet. Мы еще не закончили. It would mean the world to me if you would all come by to see the show once it's ready. Я просто хотел послушать этот голос. Мы еще не закончили подготовку к шоу, но для вселенной будет очень важно, если вы придете на него, когда мы закончим подготовку. Да, Мейбл здесь просто секс. Эй. Воу, полегче, ладно, хорошо, виновен. Извини, Мейбл. Вау, люблю магию, никак не дождусь. Ну, нужен ли еще кому-нибудь флаер нашего великолепного шоу? У меня уже есть 3, но я возьму еще. А, ты тут что делаешь? А ты кому? Мне? Да-да, я говорю тебе. Ты пришел посмотреть на магическое шоу, не так ли? По-моему, здесь становится жарковато, а, Гидеон? Ну да, да, конечно. Хорошо, ну тогда бери. Лады, у меня есть флаер. Я этим горжусь. Первый предмет в инвентаре. В этом нет смысла! Ладно, хорошо, ладно, я понял, это просто шутка, лады.
А, ну, спасибо. I can't wait to see you there. Никак не дождусь, чтобы увидеть тебя там. А, хорошо, делаем ставки, господа, кто на кого западет. Кто-то на кого-то должен запасть, это очевидно. Но кто на кого? Я ставлю на Мейбл. Мейбл на Гидеон. Hey. Ну знаешь, было весело, но я должна поставить шатер и все такое перед нашим шоу. О, нет, давай мы проведем вас к шатру. Давайте мы поставим ваш шатер. Давайте вы возьмете мой шатер. Ладно. Ладно, мы увидели, как... Мы увидели некоторое дерьмо, и теперь можем возвращаться к дерьму похуже. К нашему родному. Well... Ну, кажется, уже темнеет. Думаю, я успею прийти домой перед тем, как папа найдет еще одного мужика в своих штанах. Чего? О, вот ты где! Опять ты! Что ты? Да ты сама ко мне придиралась, в смысле я? Эй, он мне тоже раньше мешал. Я ему показала, как это... Кого это, переходить не дорогу. Ну да. Забрала мой четвертак. Паскуда. What? Я не... Ну даже не пытайся. Я могу легко уничтожить всю твою медиа-жизнь. Yeah. Да, и мой парень может уничтожить твою живую жизнь. Вот подождите, простите, окей? Окей? Я не хочу лишних проблем, ладно? Я вообще с вами не хочу связываться. Может быть просто... А, вот где он. Ну, блин, что еще-то? Вот тот слабак, который доставал Мейбл раньше. What? Чего? Я ничего не делал. Единственное, что достает, это цена. Не ври нам. Мы ведь... Она видели, как она на тебя смотрела. О, да, походу я угадал. Но мне это нравится, да. Если она будет такой злобной сучкой, которая будет охотиться на нашего Гидеона... О, да, я бы на это посмотрел. Она так еще ни на кого не смотрела, и, наверное, ты ее сильно испугал. Да я... О, он пытается обвинить меня в том, что я сломала игру, в которую он играл. Да, и он пытался развести меня с моим парнем. Грэнда, давай будем честными, я не уверен, что у тебя есть парень, но... Какого хрена? Реально, блин, бедный Гидеон. Давайте. Конфликт третьего акта должен был уже закончиться, ребят. Ну все, готовься. Я? Well... Ладно, я пойду. А лучше побегу. Из этого города. Куда-нибудь подальше, блин. Эй, а ну вернись! Грибы. Блин, реально, что за долбанутый городок? Я никогда не знал, что могу так быстро бегать. Блин, да где я вообще? Эти идиоты реально преследовали меня аж до леса? Я уж не знаю, что хуже. Ненормальный или... Да, они были странными. А ты из какого аниме вылез? Ну да, это правда. Ведь они были, горячими. Я не уверен, что кто-то из них был девушкой. Что? Кто здесь? Эй, просто спутник на космическом корабле Земля? А, так ты что, крутой? О, да, я, конечно. А, круто. Еще какой-то земной хиппи. Так, расскажи больше про твою девушку. А, она... Она не моя девушка, и... Почему ты ко мне подходишь? Успокойся, приятель. Я всего лишь вдыхаю ароматы. И... Ты понял? Нет, я не понял. Так ты же сказал, что крутой. Ну, вообще-то, где-то я уже должен быть дома, поэтому...
Эй, не будь как этот. Я лишь хочу попробовать. А я не хочу, помогите! Какой-то странный человек! Блин, беги, Гидеон! Почему все люди так говорите? Гидеон, беги! Кто-нибудь, прошу! Ладно, я понимаю, что он... Он явно не человек, окей? Он явно не человек. Но, вся эта ситуация выглядит очень мерзко. Очень плохо. Очень, не одобряю. Фу, нет. Все, Гидеон, мотай, быстро, отсюда. Сейчас я тебя попробую. Так, все дети закрыли глаза, быстро. Это семейный канал. Спасите! Меня! И на этом игра закончится, да? Так, это точно вампир! Это Вендиго! Он загнал маленькую девочку в ловушку. Не переживай, маленькая малышка, я в пути. Так, мы пробегаем немного, прежде чем столкнуться с Гидеоном. Он хочет меня съесть! И я бы не был так уверен, но, думаю, 9-летний ребенок бы именно об этом и подумал. Да ну, чувак, успокойся, вернись. Стой! Я не дам тебе прикоснуться к ней. Воу-воу, никто не говорил про касание. Он сказал, что хочет меня съесть. Что ты сделал с той маленькой девочкой, монстр? Какая маленькая девочка, ты... Тут нет девочки. Не ври мне. Я слышала ее крик секунду назад. Так это был он. Что? Правда? В смысле ты успокаиваешься? Проблема еще существует. Но ты звучал как маленькая девочка. Слушай, может будешь поприветливее, и как бы я не маленькая девочка. А может быть она здесь и была, я не знаю. Да нет, это был лишь ты. Я здесь один, ночью в лесу. Ладно, хватит. Окей, он напал на меня. Я хочу расплаты. Зачем? Зачем? Текайте отсюда. Это просто какой-то бомж-извращенец, ребят. Вам здесь делать нечего. Видишь, я не гонялся за девочками, как он. Я гонялся за мальчиками. Ну ладно, я поняла. Вы, это тот, кто нападает на всех и пытается съесть, мистер Вендиго. Ну, раз ты так говоришь, ты назвала меня Вендиго? Получай. Оу, блин, черт. Нет, погоди, хватит. Но почему? Почему это не работает? Мне кажется, что это просто старый извращенец. Ой, ладно, все, прости. Я не понимаю. В книге сказано, что это серебро очень эффективно против Вендиго. Так может, это не настоящее серебро? Так, ладно, и как же он выглядит? Или это не настоящий Вендиго? Во, что? Ну, снимите с него капюшон, покажите, что под ним. Я уже увидел его ушки. Да, блин, все, чего я хотел, это только маленький кусочек вашей ткани из вашей долбанной одежды, который тебе не повредит, если что. Подождите-ка. Вы не пытались съесть людей? Вы пытались съесть их одежду? Ну, естественно. Что вам здесь-то непонятно? Да вообще-то все. То есть... Это единственный для вас способ поесть? Или есть какой-то еще? Ну, обычно я ел в китайском, но он закрылся на прошлой неделе. Наверное, в китайском ресторанчике. По-моему, в Реверс Фоллс нет ни одного китайского ресторана. Это был не ресторан.
Это была химчистка. Оу, то есть вы крали одежду оттуда? Ну, наверное, это потому, что он закрылся, ведь вы крали одежду. Почему все так сложно? Ну, у меня не было еды на прошлой неделе, могу я хоть что-то поесть? Может быть, для начала бы ты мог съесть свою одежду? Хотя, наверное, это нелогично, учитывая то, что он бы тогда голым бегал по лесу, а это, ну, как бы... Вряд ли бы он к кому-то тогда точно приблизился. Может быть, попробуйте что-нибудь новенькое? Ну, когда вы сказали об этом... Не-не-не-не, вот там грибочки растут, можешь попробовать. С тех пор, как ты упомянула про поедание людей, я все не могу понять, как это... А? Да нет, я не имела в виду это. Да-да, она не имела это в виду, это было не то. Мы должны бежать. Чертовы короткие ноги. Так, хорошо, мы садимся в гоу-карт, как это было в первой серии. Так это ты все-таки кричал. Да, об этом не сейчас. Ты правда хочешь бежать? Садись быстрее. Я хочу есть. Он догоняет нас. А эта штука может ехать как-то быстрее? Что, ты хочешь опять побегать? Вы не убежите от меня так просто. А, нет, он летит за нами. Он меня поймал, он меня поймал. Держись, у меня есть идея. Ау, блин, черт! Почему меня сегодня все бьют? Даже деревья! Кстати, а чем питаются мотыльки в природе? Она шерстью животных? Я не знаю. Оу, ну, спасибо! Кстати, меня зовут Пасифика. А тебя как? Берегись! А, забавное имя. А как твое? Да нет, берегись! Лады. Даже вот так быстро. Какого хрена это было? Выглядело как, ну, синий начес. Эй, я сейчас... Хоть кто-нибудь запомнил номер того грузовика? Нет, но можешь взять мой номер. Чего? Ты светишься, а я... копаю, ты понял? Мне сейчас сложно объяснить, но для меня все просто. Не трогай меня! Да расслабься, чувак. Смотри... Мы можем пойти куда-то перекусить, ты... Куда нас приведет ночь? А, точно, он человек-мотылек, а он свет... Капец. До меня не сразу дошло. Нет, серьезно, не надо меня трогать, для тебя это будет плохой затеей. О, да не будь таким, я просто хочу познакомиться. Ау. Все-таки у него кое-что есть похожее на вампира, ладно? Что? Когда-либо... Когда я упал? Да! Я понимаю ваши рожи. Эй, ну, по крайней мере, мы живы. Что тут происходит вообще? Господи, да черт подери! Окей, это была шутка. Мы это поняли, вы это поняли, окей. Я потеряла свой шанс доказать всем, что мистика существует. Вот что случилось. Ну, мы можем собрать его прах пылесосом. Так он... Подождите, нет, стоп. Он не сдох. Там максимум могло умереть половина мотыльков. Да. Ну у меня есть немного клея, за которым меня послал старик. Погоди, ты все-таки купил клей? Может, мы их склеим?
Оу, ну, блин, Чувиха, не грусти. Well... Ну, ладно, когда одни двери закрываются, другие снова открываются. А, я тебя найду, маленький летающий синий начос. А, что? Все так просто? Ну, ладно, в этом городе что не девушка, так какая-то странность. Hey. Кстати, если все уже закончилось, могла бы я спросить у тебя, как тебя зовут? А, ну, я Гидеон, Гидеон Пайнс, я думаю. Но он просто не уверенный в себе. О, значит, ты здесь новенький, который приехал месяц назад. Вот почему я тебя не запомнила. Ну да, это я. Well... Ну, рада встретиться, Гидеон. Ну, действительно, за ним только что гонялось полгорода, естественно, он будет насторожен. Да, я тоже рад тебя встретить. И спасибо, ну, что спасла меня. Наверное, мне пора возвращаться в город. О, думаю, да, ты прав. Нам повезло, ведь гоу-карт не поврежден. Да и мы целы. Пусть тебя подвезу. Да, это было бы шикарно. Круто! Приветствую тебя на борту. Было бы намного сложнее найти то синее начос в одиночку. О, да. Да, мы все это знаем. Да, спасибо тебе, заботливый переводчик. Это звучит как жалоба. Что? Как думаешь, начнем искать его завтра утром? Ну, чувак, мы с тобой друзья, и ты никак не отвертишься. Сейчас? Подожди секунду. Мы можем встретиться у твоего дома, если хочешь. Или в столовой. Могу поспорить, что если прийти пораньше, то они могут приготовить что-либо, ну не знаю, из меню. Ты когда-нибудь ел шоколадные блинчики? Смотри, я думаю, ты меня не слушаешь. Они просто лучшие. Стой. Погоди. С молочной пенкой. Послушай меня внимательно. И вишенка сверху. Adventure. Звучит круто, прямо как приключение. Думаю, мы хорошо повеселимся, но попозже. Я не могу заставить ее сказать нет. Кажется, мы уже почти в городе. Well... Говорю, на что угодно мои родители будут беситься, что я пришла так поздно. Да, мой старик мне вернуться сказал еще час назад. Блин, старик меня убьет! Подожди, я бы хотела, чтобы ты вышел из своего дома. И он ушел. Уверена, ну ладно, с ним все будет хорошо. О, нет. Блин, я же не знаю, где он живет. Гидеон, подожди! И она поехала за ним на гоу-карте. И вот такой вот Reverse Falls. Я очень надеюсь, что данный проект будет обновляться, потому что это была глава 0. А, соответственно, должны быть еще и следующие главы. Итак, еще раз с днем рождения меня, с днем рождения рыбка. И на этом спасибо большое, что смотрели данный ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, клацайте на колокольчик, смотрите мои другие видосы, и я буду ждать вас в них. Всем удачи! И пока-пока, ребят!